Всем огромный привет! Сегодня хочу поделиться с вами своими заказами с Алиэкспресса. Это будет видео о бижутерии, которую заказывала я себе 3 ожерелья, одни сережки и вторые сережки мне положили в подарочек, как маленький такой презентик. Было очень приятно. Как вы можете наблюдать, одно из ожерелья уже на мне. Оно такое нежное, девчачье, такого тонкого исполнения. Вполне подойдет на повседневную носку. Очень оно мне понравилось, как оно выглядит, как оно лежит. Ну и, конечно же, без минусов никуда. Меня не очень устроило тот металл, из которого состоит это ожерелье, потому что он такой тоненький и легко гнется, поэтому нужно аккуратно при носке с ним. И еще был один минус в том, что один из стразиков, который находится на цветочке, отвалился, но хорошо, что он был в упаковке, и я это дело быстренько поправила, все приклеила. Вторым моим ожерельем стало вот такое вот. Это уже как потемненное золото, но именно такое я и хотела. Вы уже могли наблюдать его на мне в одном из видео. Очень мне нравится, как исполнено, все качественно. Поближе я вам покажу обязательно. Последним моим ожерельем стало вот такое вот, уже более, на мой взгляд, праздничное. Здесь идут как стразы, так и камешки. Также очень мне нравится, как оно выполнено. С обратной стороны все тоже аккуратненько. Никакие камешки не отвалились, ничего. И надеюсь, ничего такого и не случится. Здесь идет цепочка, все можно подобрать по размеру, по длине, как вам нравится. И, кстати, именно к заказу, к этому ожерелью мне продавец положил такой маленький презентик в виде сережек. В дальнейшем я их покажу обязательно. Сережечки были положены вот в такой пакетик. Конечно, ничего особенного в них нет, это просто такие жемчужинки, но как приятно, когда ты получаешь такой вот маленький подарочек, причем неожиданный. Все ссылочки я оставлю, конечно же, внизу, пройдите, посмотрите. Цены у колье могут меняться, потому что я какие-то заказывала со скидками, которые сейчас просто могут и не быть. Самое недорогое, так скажем, колье было как раз-таки именно вот это. Обошлось оно мне где-то в рублей 60. На мой взгляд, это абсолютно недорого. Ну и сейчас покажу вам сережки, с которыми у меня получилась очень интересная история. Вот те самые сережки черные, маленько другие я ожидала увидеть в конце концов. И, в общем, какая история получилась. Когда я их заказывала, то на страничке бывает такое, что нужно заказать на $10. Но когда я их заказывала, такой пометки не было. И, естественно, думаю, ой, они вообще очень-очень дешево стоили. Думаю, ой, ну хорошо, возьму в заказ. Причем мне понравилось, как они выглядели на модели. В общем, я их включила, и там продавец рассматривает все это и присылает мне письмо о том, что нужно заказать на $10, тогда только мне их вышлют. На что я им ответила, что я отменяю заказ, мне тогда не надо ничего, все, блокируйте. На что они мне опять написали, якобы куда-то должна там нажать, что я отказываюсь, все. Я им опять нажала, написала, что я отказываюсь. Но в итоге они все-таки мне их выслали. И выглядят они, конечно, может быть так, по-девчачному совсем.
но на ушках очень миленько, я потом вам покажу. И, конечно же, они не выглядят какой-то такой дорогой бижутерией, причем, что интересно, на фотографии, на модели, на них показано, как будто бы есть стразики, как вот у бижутерии Шамбовы, но на самом деле стразиков тут нет, здесь просто такие выпуклости, потом тоже ближе вам покажу. В общем, интересно, продавец все-таки выслал, хотя он писал, что ему абсолютно невыгодно. Ну, в общем-то, их дело. Спасибо на этом.